Добрый день, дорогие хромтаутяне, добрый день, дорогие мои зрители канала. Смотрите, какой у нас денечек, дождь прошел, снежный такой. Большое солнышко. Мы находимся в районе бартерного магазина. Здесь вот дома зеленого двора. Вот видите, какой у нас теперь крыши бартерный магазин. Видите, какой он теперь? Здесь находится мир посуды теперь. Прошел дождик. Деревья покрылись коркой. Ну, на улице потеплело. Все растаяло, смотрите. Все. Дорога потекла. Вот такой вот у нас февраль 2021 года. Мы открылись. В доме находится. Здесь, смотрите, стоянка, там магазин фрукты. Олимпийские дома. Сбоку находится автострахование. Здесь находится автоломбард. Медиатор. Здесь вот все обледенело, смотрите, дорога вся превратилась в лед. Сплошной лед. Было лед. На дороге машины разбились. На дороге каска теперь у нас.
рабочий автобус. Наша гостиница хранит. Такая дорога. Пишите, дорогие мои, где вы живете, какая у вас погода. Пишите, будем общаться, где вас на своем канале. Всем хорошего вечера, дорогие мои друзья. Сегодня пятница, 12 февраля 2021 года. Всех с пятницей, дорогие мои. Всем удачного вечера. Пока-пока. До встречи.